Это наши вот газоны. Мы свозили землю. Аккуратненько. И сами ограждение делали, да? Да. Наводить чистоту и порядок в своем дворе для председателя ТСЖ Нины Титаренко – привычное дело. Тем более весной, говорит женщина, когда город после зимней спячки нуждается в уборке и обновлении. Ворошить снег, красить лавочки, бордюры, а также сажать деревья жители Куйбышевского района выходят коллективно, понимая, что убранство дворов и прилегающих к ним территорий зависит в том числе от них. В первом среднике в рамках месячника по благоустройству в Куйбышевском районе приняли участие глава района Алексей Коробков, городские службы благоустройства, общественные организации, госслужащие, волонтеры и неравнодушные жители Самары. Власти города проехали по всем проблемным точкам, о которых жители писали в соцсетях. Люди вышли муниципальные служащие, вышли муниципальные предприятия, вышли сотрудники других учреждений и предприятий. И, конечно, такая работа будет продолжаться на протяжении всего месяца. Работы по наведению чистоты идут во всех уголках города. Глава Самары Елена Лапушкина вместе с главой района Романом Радюковым оценила организацию средника и в Самарском районе. Здесь, на одной из главных пешеходных улиц Ленинградской, приводят в порядок тротуары, лавочки, обследуют подземные коммуникации. Жителям города напоминают, территории, которые закреплены за магазинами, должны убирать и обновлять владельцы торговых точек. И желательно своевременно. Но зато я увидела, что планы работ в каждом из этих районов есть. Я понимаю, как они двигаются, я понимаю, кого они привлекают. Я вижу работы наших подрядных организаций. Масштабные работы по уборке городских территорий провели и в Ленинском районе Самары. Территории района глава Самары Елена Лапушкина осмотрела вместе с главой района Еленой Бондаренко. Здесь ворошили снег, приводили в порядок пешеходные дорожки, фонтаны, освобождали туи, которые в зимний сезон нуждались в тепле и были закрыты. Работы по наведению чистоты в Самаре идут во всех внутригородских районах. До 1 мая столица региона должна быть полностью готова к самому приятному, жаркому и долгожданному летнему сезону. Ольга Павлова, Константин Головин, Василий Колдашов. События.